Здравствуйте. Вы думаете, я сошел с ума или впал в детство? Нет. Просто сегодня с помощью вот этого замечательного трека и машинок мы покажем, как индекс вязкости влияет на свойства моторного масла. Ну а теперь серьезно. Как вы знаете, вязкость зависит от температуры. Изменение вязкости от температуры определяется индексом вязкости. Чем выше индекс вязкости, тем меньше зависимость от температуры. И наоборот, чем ниже индекс вязкости, тем выше зависимость от температуры. И первый наш эксперимент для демонстрации зависимости вязкости от температуры – это будет текучесть. Для этого мы подготовили два образца масла. Один имеет индекс вязкости 210, другой – 170. Сейчас мы их поместим в морозилку на минус 35, выдержим пару часов и посмотрим, что с ними произойдет. Запоминаем. Справа у нас 170, слева 210. Ну, собственно, наверное, и так понятно. Тут уже все вытекло, здесь еще течет. Ну, как вы увидели, первый наш эксперимент с текучестью показал, что она тоже зависит от индекса вязкости. А для чего нам нужна эта текучесть? Это, по сути, способность быстрее достичь подшипника скольжения в моторе маслом. Ну а теперь переходим к нашему главному эксперименту, к машинкам. Но не к этим, а к тем, которые мы заранее погрузили в холодильник при минус 35 градусах и выдержали их пару часов. Но прежде чем мы будем катать замерзшие машинки, давайте мы сначала посмотрим, как устроена эта машинка. Она имеет корпус и шасси, которое представляет из себя латунную пластинку с смазочными отверстиями и отверстиями, в которые вставлены оси. В эти смазочные отверстия, ну или тавотницы, мы капаем масло, которое мы будем тестировать на низкотемпературные свойства. Дальше машинка замерзает, и мы их ставим на трек. Прежде чем поставить замерзшие машинки на трек, мы сравним машинки в исходном состоянии без смазки. Они имеют одинаковый вес и примерно одинаковое сопротивление качению, поэтому катятся примерно в равных условиях. Так, 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 замерзшие машиночки вот так поставили, поджали. Итак, раз, два, три. Готовы? Ну вот, как-то так. Ну, вы все видели сами. Какие выводы можно сделать на основании этих экспериментов? Первое. Высокий индекс вязкости – это гарантированный запуск двигателя в мороз. Второе. Это экономия топлива. Ну и, конечно же, это ресурс двигателя –